здесь с вами MC Шамрайдер и MC Погугли. А у обоих одинаковый шанс на красный приболтай, ребят. Мы выйдем во второй тур, а в первом победим всяких дур. А ты кто ты вообще такой? Кто ты вообще по жизни? Да ты хуя, нихуя вообще в этой жизни не видел, кроме своей мамки вагины. Не в рифму, да похуй, зато правда понял, ты стрёмный. Я ведь даже не помню, как выглядишь ты, что с тобой связано, но явно твоя одежда бабушкой связана. И вот мы с Шамрайдером едем в маршрутке. И на этом закончились шутки. Мне попался счастливый билет. А Шамрайдер, к сожалению, нет. Давайте вы что-нибудь зачитаете. Да ты слишком плоха, чтобы рэп читать. Тебе только в туалете убирать. Ты какой-то стрёмный бармен. Ты даже... А я очень крутой мэн. На мне клеща Шамрайдер. У него кофта в полоску, напоминает он какую-то тупую соску. Еще побрился, такой гладкий, вообще паренек сладкий. Уши у него, как два лопуха. Похож он с этими ушами на лоха, брови отрастил. Вообще бровястый дебил. Ты бы хоть монобровь растил, а то выглядишь как крокодил. Раунд. 12 апреля в Париже. На свой хуй презерватив натяни и делай так, раз-два, повторяй энергичные слова, потому что это... у тебя большая голова, но несмотря на это ты тупой и слепой и вообще никакой. Это настоящий рэп, а не какое-то говно. Не надо писать «но-но-но», что эти ложь? Заткнись, пидорас, на раз-раз-раз, я скажу вам. Сука, Шамрайдер, ладно, у тебя мама не женщина, а старая коза. Это MC Шамрайдер сыт, потому что он сыт, у него большой доход. Как дела? Нормально. Кому дала? Ты не дала никому. Ты никому не дала. Жадина, говядина. Твои ритмы не ложатся, ты прям как корова. Твои мысли как ложатся, поэтому ты бы не пошел, но ты нахуй, я тебе сейчас ведьму размажу. Земногорского? Да, конечно. Жаль. И пепельница. Что выпила, все наше. Сядь на карта, потому что ты Шамрайдер еще хуета. Да ты гопник с района. Тебе в рот влезет только полбатона, что ты там говоришь про хуй. Ты, блядь, сука, не балуй. Ты та еще скотина, у тебя вместо хуя лысая вагина. Совсем другой план. Хочешь сказать? Не, ничего не хочу. Можно и пять. А мы не просто пиво ждем за барной. Мы в очереди. А кто же, кстати, жди там? Ладно. Что, блядь, хихи? Ты сказал, что я хуета? Да сам ты сказка, ебаная капота. А не пошел какой-нибудь выход, потому что, блядь, у тебя другого нет выхода. Ты думаешь, ты милый? Нет, ты как сенокосилка. Ты смотришь не мне в глаза, а на мой член, потому что ты озадачен тем, что сделать с твоей дырой. Но я-то не такой, ты меня не привлекаешь как сексуальный объект, ты мне даже отвратителен. Твое лицо — это сплошной тлен и безысходность.
кость в горле стоит в моем, поэтому я не могу говорить. Я лучше сдохну в этом городе и не буду больше здесь жить. Поиграю в шахматы, а потом мы перейдем на ты. Две баночки коктейлей, я уже смотрю на тебя с высоты, делаю ход конем. Твой взгляд на меня летит огнем. Ну и что у тебя щетина, ну и что ты мужчина, но сзади-то все одинаковы. И вот мы снова перешли на вы, когда я предложил тебе немножко секса. Ты отшутился, купил мне два кекса, чтобы я заткнулся и замолчал, и больше не вспоминал про твой анал. Нихуя себе ты рифмофлёт, а мой хуй тебе не влезет в рот, поэтому-ка давай-ка ты не пошел бы ты отсюда. Но я на самом деле не рэпер, я поэт, поэтому ты, сука, сделаешь мне не. Мы идем к другу с подарком. Да не, она снимает нам просто. Дело в том, что флешка, она же как бы твёрже орешка, ну и она не смогла записать. О, стрёмное, что начал твой рот извергать. А ты, я слышал, из зеленой рощи, ну там все ребята попроще, они целители. Трубочки, да? Да, конечно. Ну же, СТ. Блять. Сейчас куда?